Одного нокнул. Сейчас второго, помоги добить, блядь, он быстро. Пацаны, вот тут на меня смотрит, блядь, вышел из двери. Ну-ка, только меня стреляет. Красава, все резко, пожалуйста. Красиво. А ты говорил, Ева, это жестко. Два выстрела, два трупа, чувак. Два двойных выстрела было просто, и все. Не, ну понятно, что в них настреляли, походу, но это было круто. О, на сосалку прицел X2 хотел. Я просто, чувак, я стою просто в дверь, говорю, кажется, кто-то пробежал. Открывай первый раз дверь, чувака просто ногой второго раза. Блин, я, наверное, вместо Евы все-таки флетлайн возьму, это более безопасно, конечно. Легкий патрон скинул здесь чуть-чуть. Просто так не нести. Тут аптечки есть. Ваня, вот тут можешь, Вань, поменять, чтоб не хилить. Он уже отсюда. Все, на сосалку нашел шифелетовую обойму, вообще стал. О, я у чувака взял флетлайн, как у меня. Офигенно, это круто, это приятно. Гранаты набираете. Я беру вот эти. Отлично. Ну все, я в принципе заряжен, у меня 4 гранаты и 4 термита. Не, у меня 2х. Бля, у меня 6. 2 2х. Возьму, наверное, 2-4 все-таки. 6 мне не нравится. Ну да. Так, блин, хотя x6 неплохой на самом деле. Ну, не дальше обратно. Давай я его возьму, добивать его. Я хочу. Ring closes in a minute. Ага. Так, где он? Не вижу. Ты его не поменял? Где? Нет, да, в ящике, вон в том, О, ладно, я вот такой возьму. Да причем мы ее видел, почему-то не взял. Ну все, у меня на флотлайн 240 протрона. Фиолетовая обойма. У меня 240 на энерго винтовку. Не, ну на энерго ты столько не выстрелишь даже. Ну, да, да. Так что если что, мне потом скинешь. У меня 8. Ладно, что, давайте собираемся, а то нас с таким лутом просто разъедут. Ой, у меня же золотой щит, я быстро не учусь, чё. А прикиньте, если я скину щит свой, и в нем еще лечиться буду в золотом, это будет быстрее? Давай, я так делал, мне кажется, нет. За миллисекунду. Я просто как... Ну что, ждем тут на краю? Давайте на башню, Да, на башню. Вот сюда, ко мне. Не, да вот сюда. На башню, что там делать? Бля, ее видно с башни все. Да отсюда видно тоже башню. Блин, увидишь бы кого-то. Было бы так классно. Может, припасы падают, хочешь, можно их забрать, может там будет. Да не, не мне вообще ничего не надо. Да пизду мне. Золотой прицел. Ну да. Сейчас зиплайн твой сделаешь. Подожди, давай из зоны дождем. Да и эта фигня еще не падает. Давай. Проверяй, я тебя прикрываю. Two enemy squads left, my brothers. И обратно, Андрес. Круто, такой дым, даже тебя не видно. Да и пошел ты в жопу. Ванька, ты где там шастаешь? А, вижу тебя. Ты че, не был там нихера, кроме Алстара? Алстар, накал, щит фиолетовый. Так, я предлагаю вот на этого было разобраться. О, как раз мне урон надо в этой, в зоне наносить. Вон, враги, стой. Обратно. Нет. Обратно. Я их вижу. Я его ранил очень сильно. Уходи. Нокнул. Подожди. Второй там снизу.
у меня тут... Да я вижу, я стреляю по нему. Хилит, блин, хилит, это лайфлайн. Она его хилит, тихо. Я вижу. Я его нокнул опять. Могу выжать? Да, отлично, добили лоха. Они там, они там. Они там еще, они сныканные. Нет, вылезают. Вижу. Разбил щит. Одного носу. Прыгал, не сыну обратно вниз. Тихо. Давай, вон она. Она вон там, за тем камнем, Андрей. Разбил щит, разбил щит. Давайте, убивайте, убивай быстрее. Разбил ее щит, она не лечится пока. Лечится. Ой, что, это последний был? А чё, да, это были последние? Господи. Ну ладно. Опять серьезно? Чисто вообще, наверное.